Ой, давай не так сильно, ты что? Я и так тут слабее, да еще и ты там, блин, мне катушку-то разрываешь. Сейчас вот тоже пока вываживаю эту рыбу, еще один начнет клевать. Они как это сговариваются там. Сейчас мы тут над ним поприкалываемся. Давай, Вася, там раз. Карп Вася полез, следом карп Петя ждет, когда я там завязну с карпом Васей. А то ты рад стараться. Давай гонять. А нет, там один это клюнул, да, там, а другие его за хвост, ну да, за хвост вытаскивают. Это вроде бы кажется тебе, ты одного тащишь, а на деле там братва подоспела и вытаскивает его. Пытается оттянуть подальше. Если не сорвут, так хоть это размотает леску. Это с другой стороны, это тоже правильно. Дружеская поддержка, она всегда нужна. Даже в таких, казалось бы, безвыходных ситуациях. Один попал в беду, там остальные на помощь пришли. А если там тяжело, то сейчас вылезут из воды, отмудохают рыбака и все. Кто-то будет срать в кустах кирпичами-то после этого всего. Не, ну а что? Карпы – рыбы, живущие по понятиям. Карповские мы понятия. Тихо, 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 мой дорогой, не надо так рыпаться. Давай, ну ты ж тут рядышком, все, хватит, а. Пожалуйста, ну я тебя очень прошу. А то ты в хронометраж видео не влезешь со своими, блин, потугами. Мне придется тебя отмонтировать по самой небалуй, а. Вот возле берега, блин, даже плавничка не покажет. Ты что за рыба-то такая, а? Давай, 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 сейчас мы тебя... Эх, за шиворот-то там... Вот, наконец-то, появились первые плавнички-то, а. Ну, кстати, ты, по-моему, не чешуйчатый, а какой-то такой, не знаю, линейный, зеркальный, оральный, сральный. Ну, засранец ты конкретно, конечно. Такой, лапки кверху. Типа я такой беззащитный. Я такой... Слушай, а ты здоровый? Ну, давай, чуть-чуть осталось, подплывай. Ряжка. Неваляшка, давай. Ну? Опа! Сука, блин. 2 килограмм не хватило. Доброго времени суток и хорошего настроения. Всем привет. Это игра «Русская рыбалка 4». Я нахожусь на озере Янтарное. Я на Янтарное-то как попал? Сначала-то я был на Волхове, думаю, может на лодочке покататься, может еще что-то. Заглянул в недельные рекорды, смотрю, Янтарное, Янтарное, Янтарное. Коробочки подозрительно одинаковые все, смотрю. Миди, поп-ап 20, лосось, поп-ап 20. Вон миди, поп-ап 20, лосось, поп-ап 20. 16, ну, небольшая разница-то, ну. Суть-то та же. Думаю, надо снарядиться сюда. Ну вот и снарядился. Попал под дождь, пока катался по озеру от точки к точке. Вот здесь, в этом месте, на локации, на этой, народу полно. И вот где-то здесь в районе, не помню. Наверное, вот здесь, возле этой точки, там какой-нибудь, тоже какой-нибудь подмосток есть. Или вот на самой точке. Ну и все, думаю, пойду я обратно, здесь поближе. Если что, в магазин надо будет съездить, вот и встал. В итоге в магазин надо было съездить и не раз. Да-да-да-да-да, ты куда? Ой, бля, хомуха, ты только не рви, пожалуйста. Давай-давай-давай, я так не могу. Ой, ой, смотрите-ка. Это что, зеркальный или голый? Ой, это как его там, блин, рамчатый, что ли? Хер его знает. Да-да-да-да-да, это рамчатый. Давай, давай. Потихонечку, потихонечку, харя, давай, 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 ползи, скотина такая. Блин, тут я ж уже кофе выпил, не хочу, не могу, давай, чуть-чуть осталось, пожалуйста. Вот, давай, не дергайся. Блин, я и правда ослаб. Может, у тебя так получится, давай, зацепим. Давай, 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 блин, как все неудачно совпалось. О, вкусный пловец. А что за фигня? Вроде не трофей, а пловец вкусный. Чё-то там у нас всё-таки кооп тест лосось. Чё, блин, наляпал всё подряд. Ай. Тем не менее, вот такая вот оснастка. О, ночные животные у нас карпы-то, да? Давай, вылезай. Слушай, чё-то ты как-то подозрительно...
Прям в морду. А я что, в магазин-то два раза-то ездил? Я посмотрел в таблицу наживку-то, ну, купил, вернулся. Постоял, вспомнил, надо прикормку-то сделать. Вот подумал, надо тех же бойлов, что и для наживки. Посмотрел, не так много у меня их. Поехал, докупил. Вернулся, начал делать. Смотрю, ароматизатора нету. Ладно, думаю, возвращаться надо. Вот так второй раз съездил. В общем, насчет прикормки тут все относительно. Я на дурника сделал, и все. Хотите, такую же используйте. Хотите, нет, но это дело ваше, как говорится, житейское. Не знаю, как мне так кажется, что вроде бы помогло. Но эффект плацебо еще никто не отменял. И давай ты сюда вылезай быстрее, хара тут у меня тут это что-то. Ой, какой чешуйчатый. Давай, что ли. Ну вот как-то так. Вроде бы и не скучно, и вроде бы время как бы с пользой провел. А я вот литкор оборвал. И все, что у меня там было, все коту под хвост. Ну, точнее, вместе с карпом. Ну да ладно. Тогда я буду сматывать удочки. На сегодня хватит. На вы заходите, пробуйте, ловите. Ни хвоста, ни чешуи. На этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Ну, чуть-чуть осталось. Ну, пожалуйста, ну, у меня второй... Блин, карповик тоже надрывается. Ну вот, ну, пару метров. Ну, я тебя очень прошу. Ну, маленький ты мой. Хотя сомневаюсь, что ты маленьким будешь. Тем не менее, давай, давай. О, наконец-то булькает Несси, лохнесское чудовище на янтарном. Здрасте. Теперь еще и третий заработал. И как мне быть? С одной стороны умный, с другой стороны красивый. А мне что, разорваться что ли? Ой, смотрите, как он лапками дергает. А, лапок нет, плавничками. Куда, зараза, ты что, офигел что ли? Вернись! Все прощу. Иди сюда, быстрее. Вот. Карп чешуйчатый. Что-то ты какой-то медленный, плавный. И вот у меня третий все-таки заработал. Давай, что ли, чудо, давай. И вот я тебя вот. Куда, зараза? Стой.